Оп, что это за ебальник торчит? Внимание, мой ПЛА, топливо на исходе. Иду на базу на заправку. Ты хитрый, блядь. Но недостаточно. Стандартная такая тема, вот это поведение тупое. Фу, блядь, как загнанный зверь, я просто хуярю. Просто, блядь, хуярю. За мной зона по пятам. Опа, заяц. Охота на зайца открыта. О, блядь, он не один тут, тут стая зайцев. Второй, второй пошел. Отлично. Ну теперь я заяц. Сейчас меня будут кумарить, блядь, и спереди, и сзади. Откуда хочешь. Мне вот только это нафиг не надо, но это происходит. Блядь. Ну как бы ожидаемо. Легендарная летальность. Супер. Я сражался достойно. Слушай, надо валить нам нахуй отсюда. Блять, пальнули откуда-то сзади. Блять, пизда нам. Броня бы мне очень пригодилась. Прям. Да-да-да, мне тоже. Пихаю то, что есть. Надо, сука, дым подбирать и съебывать. Бросаю дымовой. Блять. Найс. Блять, что за хуетень уже едет? Пацаны мои долбят. Я тоже присоединюсь за компанию. Тут в два ствола попихаем. Граната пошла. Думаю, имеет смысл обойти вражину. Не делать резких движений. А похуй, пацаны ебенят вперед. Им вообще-то пизды. Опа нахуй, чужие. Как фильмы, блядь. Чужие, сканер какой-то. Первый нахуй. Сзади кто-то. Так. Тоже не пальцем деланные. Нахуй тебя, ноускопчик, блядь. Изи нахуй. Патронов не было уже в автомате. Так, держим оборону. Нас активно хотят заштурмовать, но мы не позволим. Ракеты пошли. Первый труп пошел. Где второй? Второй немного поумнее. Он не хочет щемить дальше по этой лестнице. Ну что же. Ну и нам как бы особого толка тоже нет туда щемиться. Пусть выходят. А я думаю, они выйдут, потому что они тупые. Я не хочу их оскорбить, просто они ведут себя глупо. Да. Очень глупо. Дружок, давай, 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 я тебя спасу. Братан, эпичная смерть, увидишься в интернете. Так, пацаны воюют. Дружище, иди сюда. Да иду я, блядь, иду. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Чувствую, не дадут нам ее нормально забрать. Пацаны вообще вызывают, блядь, посреди города. Сейчас нам накумарят. Что и следовало доказать. Пошла жара. Сейчас буду обходить. Да я не знал. Пацаны мрут, как мухи. Ебаный рот на столб прилепил. Сука! Так, блядь. Ладно, взорву. Там он будет сражаться за право вернуться в бой. О, и чувак повелся, типа, как на приманку. Подумал, что там движение. Пацаны меня добавляют, друзья. Все потом, ладно. Я еду, еду, пацаны. Я еду. Я спасу вас. Живите. Миссия спасения. Просто, бля, 911 вызвали, нахуй, я приехал. Что за хуйня? Okay. Хорошая работа. Там один у другого наяривал, блядь, я помешал, короче. Как обычно, зона наступает на пятки, а мы бежим. Ага, мелькает он, значит, в окошечке. Лови-ка. О, как четко, прямо в окно. Блять, почему нельзя вот не кидать вторую, а взорвать первую сразу? Ну, благо, все хорошо получилось. Итак, пойдет. Ага. Сидит он там, значит, ждет. Второй, блядь. Что тут за очередь за хлебом в кризис? Не пойму. Выебу нахуй этого тоже. Извините, пацаны. Сыр мой. Можно принять. Так, ну что, наблюдаем.
Можно немного поработать с глушителем, но у меня пулемет, и это ебалово. Блять, очень даже заебалово. Нормальный пулемет, отлично. Дружок, вот тебя-то только тут и не хватало. Лови, блядь, буханку. Сука, только машину задел. Но от меня не съебешься, я иду по кровавым следам. И тут ты, крыса, в углу. Завали ты, ебало. Ты на мушке у меня. Блин. Давай-ка, иди сюда. Ебать, а он смелый, да? Хотя я сам его пригласил. Ух. В сантиметре. Я прям тореадор. Очень круто.